Всем привет, друзья! Вы попали на мой канал Никита Сталкер КЗН. А перед началом этого ролика подпишитесь на канал, поставьте лайк, оставьте свой коммент. Ну а мы начинаем. Я прям сказал, что это как ракета. Пожелайте нам удачи, как мы видим. В принципе, кубков мало, но мы должны выиграть по-любому. Ролики будут выходить два раза в неделю. Просто у меня есть здесь бабушка, вот какой-то. Мы выиграли. Надеюсь, мне хорошо слышно. Сыграем еще один бой. Так, у нас Джессика в команде и Эль Примо. Молодец, Эль Примо. Естественно, она не забьет. Хорошее начало вообще. Супер. Ой, иди отсюда. Я выжил, а? Откуда как? Ты не что ли убила? Нет, меня ты забил. Как сюда меня первого убьют? Это уже сюда предначертано. Так, надо эту турельку брать. Уже забили. Молодцы. Давайте три боя сыграем. Кстати, сегодня я Наня выбил. И Барли. Это Барли, а это Нани, за кого я сейчас играю. Ну кто играет Brawl Stars, тот поймет, короче. Кто хочет, чтоб мы с кем-нибудь батл провели, типа, чтоб 7000 задонили в игру, пишите в комменты. Я посчитаю. Либо в бинго. Я объясню потом, что такое бинго. Вот такая штука тоже была в старте. Я тебе пасанул. Все, я побил. Вообще, маленький имба, это вообще крутой персонаж. Надеюсь, меня сейчас слышно. Слышите? А то Том меня слышит, а меня не слышно. Но кому понравился этот ролик, поставьте лайк, подпишитесь на канал, жмите колокольчик. Всем удачи и всем пока.